актуальность большая, потому что море в достаточно таком запущенном состоянии. И это, ну, видно и по биоразнообразию, которое там когда-то это было одно из самых таких населенных разными культурами моря. Сейчас оно требует, конечно, большого внимания. Университета существует традиционные направления работы, связанные с этим субрегионом. Во-первых, это кадры. Мы готовим, соответственно, специалистов в разных сферах, которые обеспечивают все процессы научной и производственной деятельности, связанные с приоритетами в этом регионе. Во-вторых, это, несомненно, сами научные исследования, которые у нас ведутся.